Итак, друзья, подведем сегодня с вами итоги уходящего 2019 года на рынке недвижимости Дубая, рынке специфическом, но безумно интересном. Этот год начался с коррекции цен вниз и падения объема продаж, которая поддерживалась какими-то невероятными усилиями застройщиков в секторе офплан, граничащие даже иногда с каким-то безумием. Это, безусловно, отсутствие сервисных сборов. Каникулы не на один год по сервисным платежам, а рассрочка после завершения строительства на 7 лет и более. Некоторые инвесторы даже, которые впервые обращались к нам, у них это вызывало как минимум скепсис, говорили, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это действительно так. Люди инвестируют, люди покупают, сдают и постепенно рассчитываются. Это просто супер. Безусловно, такая ситуация на рынке офплан потянула за собой вторичный рынок. Он тоже корректировался, также отрицательно. Но нужно сказать о том, что лакомые кусочки в знаковых районах продавались просто день-два, три максимум, объекты уходили. И такая ситуация продолжалась на рынке буквально до сентября месяца. 2 сентября правительство Дубая сделало заявление, в котором говорится, что будет сформирован комитет по регулированию недвижимости в Дубае. Решение, безусловно, крайне необходимое, очень нужное, очень важное. И, на мой взгляд, оно несколько запоздалое, как минимум на год. Нужно было раньше его принять, но оно принято, и рынок отреагировал незамедлительно. Буквально на следующий день начался уже поэтапный рост количества продаж. Итак, это у нас сентябрь, октябрь, 24 ноября пробит рекорд 11-летней давности по объему количества сделок за один день, это более 500. В начале декабря земельный департамент Дубая выпускает свой отчет за ноябрь месяц, с которого мы видим, что ноябрь месяц пробил также 11-летний рекорд по количеству сделок за один месяц, более 5000, включая в них продажу рукотворного острова на архипелаге Европа, что уже о чем-то говорит, уже покупают острова. Декабрь, то есть по неофициальным данным уже 23 декабря были побиты все рекорды за ноябрь месяц. Оптимизм у инвесторов растет, аналитики меняют свои прогнозы. Такой мощнейший ресурс, как Property Finder, тоже поменял свои прогнозы на более оптимистичные на Новый год, потому что ведь практически все знают, что в Дубае будет проходить выставка Экспо-2020, которая привлечет по прогнозам примерно около 25 миллионов посетителей. Вдумайтесь в эту цифру, 25 миллионов на один город в течение полугода. Не нужно быть экспертом, чтобы понять, насколько будет востребована недвижимость в этом регионе. Безусловно, тут даже уже скептики потирают руки, предвкушая доходы. Кто не успел зайти в рынок, начинают это делать. Мы это с вами уже видим, как я сказал, по объемам продаж, которые, прогноз такой, что будут пробиты все рекорды, начиная с самого начала ведения статистики по продажам жилья. Так что на такой оптимистической ноте мы с вами закончим наш небольшой анализ. Всех с наступающим Новым годом, здоровья вам и удачных инвестиций. Спасибо.